Виталий Николаевич, ваше впечатление о сегодняшнем матче? Хочу поздравить соперника с победой, заслуженной победой. Практически, к сожалению для нас, во всех компонентах сегодня соперник был лучше и заслуженно победил. Мне очень жаль, что перед нашими болельщиками мы так играли сегодня. И будем разбираться, анализировать, но так нельзя. Спасибо. Андрей Степанович, прежде всего, с победой. Что можете сказать, как прошла подготовка к этому матчу и как удалось достичь победы? Ну, в принципе, все, кто сегодня был в команде, да, заявки, кроме двух игроков, да, Литвинов и Игнатов, готовились с нами к этой игре. И Литвинов и Игнатов присоединились к нам вчера вечером. Вот. Все остальные проводили подготовку, готовились. Ну, результат. Как здоровье Евгения Саныча? Евгений Саныч, все хорошо, он поправляется. Вот. Я думаю, что скоро он будет уже с нами. Естественно, мы с ним были на связи. Он готовил команду, да? Буквально вчера только выпал из строя, так скажем. Все, спасибо.